Денис Янтар – корінний миколаївець. Працював в банку, потім економістом на підприємстві, а в вільний час захоплювався футболом. Уболівальник місцевого клубу свого часу навіть приєднався до так званих «Ультрас». Саме належність до цієї субкультури згодом привела до полку «Азов». Втім, про все по черзі. Війна особисто для Дениса почалась з захоплення Криму. Він безапеляційно каже, коли війська іншої країни знаходяться на території України, це оголошення війни. Це Крим. Тобто, потому что все остальное это были какие-то, не знаю, течения общественные, то есть, какие-то жесткие общественные, но это не была агрессия со стороны другой страны, то есть не было гражданской войны, то есть таких моментов не было. А вот когда уже был Крым, тогда уже стало понятно, что войска… То есть на этом не остановятся? На самом деле, как сказать… Россия, она действует каким образом? То, насколько ты даешь ей влазить в свои дела, там, на свою территорию, настолько она и пойдет. То есть в Крыму дали полностью его захапать. То есть и понятно было, что если в Донецке и Луганске то же самое произойдет, то тогда они пойдут и пойдут дальше, дальше, дальше. То есть вот в Николаеве, Одессе, там, в Запорожье, в Днепропетровске, Харькове этого не дали. То есть они дальше не пошли, потому что одно дело территорию захватить, а другое дело ее удерживать. Коли в Києві почались події на Майдані, миколаївські «Ультрас» активно брали участь у протистояннях і там, на площі, і тут, в рідному місті. Безальтернативно, тому що у нас проукраїнські позиції, у нас є цей дух, коли чувство собственного достоинства, то есть его нельзя унижать. То, что говорили там Евромайдан закончился, когда Беркут разогнал студентов. После этого начался просто Майдан. То есть люди там в основном, те сотни тысяч, там, полмиллиона выходили, они выходили, я уверен, не за то, чтобы там евроинтеграция или что-то происходило. То есть они выходили за то, чтобы, грубо говоря, к ним не ставились как к скотам. То есть, нельзя людей загонять палками, то есть, это все неправильно. Денис бував на Майдані в Києві, але і в Миколаєві ситуація була загрозлива. Таких, як він, готових захищати своє місто від руського міра, було не менше сотні. Була ситуація, коли Майдан прогнали. Это было после того, как Ленина убрали. То есть, и там на Майдане некоторые личности сказали, зачем вы можете типа не приходить больше, потому что это же будут провокации. Ладно, окей. То есть мы как бы ушли, и на следующий день их разогнали. То есть и потом начались там уже зойки, типа, почему так, типа, никто нас не защитил. Типа, и на следующий день как бы нас человек 100 так вышло, просто мимо пройтись. И там уже, там в принципе никого и не было, не скажу, там не было таких планов взять, всех побить и такого плана. Просто так обозначили свое присутствие, какую-то, не знаю, силу. Прошли, типа, там уже началась такая паника, там уже у Сепарова, ватников тогда еще в комментах-то все, там 200 бендеровцев приехало, я их видел, я видел автобусы, там, что ты врешь, типа, на их 400, я видел, типа, они гуляют по городу, там уже начались люди, все собираемся. Денис також став одним з тих, хто позбавляв Миколаїв ганебного явища наметового містечка прихильників Росії біля пам'ятника Ольшанця. Ключовим моментом для нього особисто та для його товаришів стала неадекватна поведінка антимайданівців у місті. Вот эти брожения по городу, когда там каких-то 10-15 малолеток с палками ходят, просто там, опять же, стандартные фразы, но это факт. То есть, когда они там пьяные или чем-то угашенные, ходят с этими палками, типа, по центру города, там, не знаю, бьют. Там удары, то, что разбили офис, там, то такое. То есть, материально это не важно. То, что они просто там бродили по городу, там, не знаю, пугали, кидались на людей, там, кого-то могли этой палкой ударить. То есть, это бред, такого не должно быть. То есть, полиция, милиция еще на тот момент, она ушла в нейтралитет. То есть, в какой-то степени я их понимаю, потому что вот их загнали в такие рамки, когда вот они и там были, и в итоге они виноваты. Здесь они тоже непонятно, что им делать, но тут главный момент, ты вот не знаешь, как делать, как правильные милиционеры говорили, не знаешь, что делать, поступай по закону. Как видим, все более-менее нормально, то есть не было никакого русского мира, то есть ничего у нас в городе не взрывается, как, допустим, в Донецке, в Луганске, и слава богу, то есть жертв из мирного населения у нас нету. А потім миколаївські друзі по фанатському руху почали записуватись у добровольці. Ще на Майдані сформувалася група людей з числа націоналістів та футбольних фанатів, що згодом трансформувалася в Азов. Восени приєднався до них і Денис Янтар. Там были лидеры фанатского движения украинского, многие, допустим, с Киева, которые там с Днепра, и они пошли вот в Азов. И так как мы с ними общаемся, дружим, то есть, понятно, что других людей мы не знаем. То есть доверять абы кому были не готовы. То есть, и поэтому ребята все пошли туда. Ну, практически все, вот с фанатского движения очень многие пошли туда. И наши в том числе. То есть, это Андрей Балаган, он вообще самый первый пошел туда. И погиб тоже, он еще в Маринке в 2014 году. Пізніше миколаївські азовці гідно вшанують пам'ять Андрія Балагана масштабними змаганнями зі змішаних єдиноборств. Андрій з Росії в нашому місті жив всього 3 роки. Втім, був активістом Майдану і одним з перших пішов захищати країну, яка стала для нього рідною. В серпні 2014 року Андрій Балаган загинув. І саме це підштовхнуло Дениса теж піти у добровольці. Разом з ним ще 6 миколаївських хлопців. Мені, чесно, мені було дискомфортно і, вот мне это надо было. То есть, была какая-то внутренняя потребность. Денис пройшов навчання та приєднався до полку Азов поблизу Маріуполя. Первый выезд там, это был там, на передовую, это в Гранитное. Мы там, там у нас был секрет, правда такой себе секрет, что у нас там приезжали и репортеры, и телевидение, там 500 метров до Сепаров, или даже на самом деле не Сепаров, там русские войска стояли, потому что Сепаров как таковых, может, 1-2 раза встречали вот так вот. Остальное это… мы поняли, что это местные, потому как они работали, то есть так немного… похабно, то есть, и видно было в оптику, допустим, даже шевроны определенные там войск Русской Федерации, и видно было разницу в классе, грубо говоря, и когда на Гранитное подъезжали, там первый выезд, неизвестная территория, ничего не понятно, так выгружаешься, говорят, надо туда идти, а там еще идти где-то метров, я не знаю, 400 от места выгрузки, и ты так по открытой территории идешь, там кто-то еще сигналку зацепил. Там же мины на тот момент никто особо не слышал, это из наших. Там уже, не скажу, что паника, но все сразу так прокрутили, чему так учили, что там, как упасть, закрыться. То есть такие моменты. Денис добре пам'ятає і перший обстріл, під який потрапив. Дякувати Богові, поруч був товариш. І це дійсно підтримувало, коли чекали його припинення в невеличкому окопі. Нас обстрілювали постійно, у нас був там… крупнокалиберные там пулеметы были, и надо было как-то, ответить, потому что, что ж просто так терпеть это все, наглость такую. Вытащили все это дело, расставили несколько точек и, подождали, пока ребята там тоже выйдут, что-то посмотреть, и начали туда насыпать. То есть, потом надо было быстро оттуда сниматься, потому что это возвышенность, а укрытие, там, тоже там по скалам бегать, надо было все это унести. И это как раз была моя смена, в дозоре стоять. То есть, оттуда уходить нельзя даже во время обстрела. То есть, я посидел, посмотрел, как ребята по ним постреляли, тоже снялись, и потом начало лететь, так где-то бодро, наверное, полчаса. Звісно, війна – справа важка. І фізично, але набагато важче стає, коли гинуть товариші. Під час Широкінської операції в лютому 2015 року загинув черкащанин Сергій Амбрас. Денис каже, що це стало надзвичайною втратою для нього особисто. Это наш друг всего, в принципе, николаевского фанатского движения. Он тоже представитель фанатов, только черкасских. У нас с ними очень теплые отношения, и мы с ними дружим уже, наверное, лет 8, не знаю, 9. И его мы знали дольше всего. Так получилось, что он тоже в Широкино погиб. И тоже было прощание, и отец его приезжал, и все эти моменты, конечно, тогда... Скажу честно, не самые сентиментальные парни, но тогда слезы немного наворачивались. Даже ты не хочешь, но оно есть, потому что человек на самом деле очень близкий был. И вообще, это из тех людей, которые должны были еще очень много сделать, он был очень умным, интеллигентным, то есть… На самом деле он добрым был, то есть, действительно, когда в сказках рассказывают про такого персонажа какого-то, именно самого положительного, это 100% про него, абсолютно. И это человек, который не должен был погибать, он должен был строить Украину, то есть, более добрую, правильную, хорошую. Страшно, коли гинуть товариші, але страшніше, коли гинуть невинні люди, діти. Денис пригадує трагедію у Маріуполі, коли ворог обстріляв місто з градів. Когда с Широкино, не знаю, сепары, русские войска, кто-то выпустил полкассеты или кассету градов, это выходной день был, и попали в жилой район, там, где рынок был. Это как раз там очень много людей было, и погибших, и покалеченных, то есть, это такая жуткая картина была, то есть, это, это те худшие моменты войны, вот, которые есть, то есть когда погибают там дети, вот все вот эти вот, ну то есть когда военный погибает, это работа, это вот он понимал, на что он и шел, а когда погибает там ребенок или там он калечится, то есть ну это неправильно, то есть вот это вот самое неприятное. Ну, наверное, вот это вот врезалось в память. Ну, вообще, на самом деле, много моментов врезается, то есть, про которые я смогу, ну, и там через 10 лет, наверное, рассказывать, то есть, вот есть. Но вот если из самых запоминающихся, это, конечно же, там, гибель товарищей и вот этот момент 18 января, который произошел. Собственно, после этого, я так понимаю, и было принято решение, что, ну, нужно отодвигать вот фронт и надо занимать Широкино, потому что это стратегическая высота, и вот с нее можно либо на Новоазовск, к примеру, йти, либо от далі на Маріуполь. Війна, каже Денис, пофарбувала його світ у інші кольори. Там на Сході все чесніше, відвертіше. Тут, у мирному місті, інакше. Коли там артилерія, допустим, ночі працює, от всі ці моменти, вони теж мають свої краски. Тобто красиві, некрасиві, але от це є. Тобто це от цвіта життя. В любом случае. То есть война, она вот дает краски жизни определенные. То есть если здесь есть много суеты, серости какой-то, ненастоящести, а там оно более все яркое. То есть вот как-то вот оно все воспринимается более по-живому. По поверненні до Миколаєва перший місяць знов хотілося на схід, а потім втягнувся у громадську діяльність, очолив цивільний корпус «Азов». Ты сроднился с этими людьми, которые там находятся, и ну, тебе хочется с ними находиться. Вроде как есть трудности, но с другой стороны, посидев здесь, тянет назад. Ну вот первое время, да, притом вот все, я не знаю, вот абсолютно все, я уверен, испытывали такие же чувства, потому что, ну вот оно, ну не знаю, ты в это вжился, то есть из этого надо выходить, это тоже какая-то, ну реабилитация, не реабилитация, но это вот момент привыкания, то есть он должен пройти. Ну, он тоже, вот нужно сразу в работу включаться, то есть, опять же, какие-то задачи поставили, вот тоже гражданского корпуса, то есть, надо вот это делать. Когда ты работаешь, ты от этих всех мыслей отвлекаешься. Тепер його фронт тут – боротися із проявами сепаратизму, патріотичне виховання молоді, добиватися справедливості в тих чи інших питаннях. Денис – організатор турніру в пам'ять про Андрія Балагана. Втім, крайні, як кажуть, військові змагання присвятили всім, кого забрала ця клята війна. А якщо досвід і знання Дениса знадобляться, він без коливань знов візьме зброю у руки, поїде на схід. Тому що так треба, так правильно.